Среднесуточная выявляемость новых случаев заражения COVID-19 в Подмосковье выросла на 19% по сравнению с прошлой неделей. Ситуация остается напряженной. Власти региона ввели дополнительные ограничения, направленные на снижение темпов распространения инфекции. Напомним, сейчас в отделениях стационара МГКБ находится более 1000 пациентов. Многие проходят лечение на дому. Специально для тех, кто недавно сдал анализы методом ПЦР, открыта горячая линия, по которой можно уточнить результаты мазков. Горячая линия работает по будням. Телефоны вы видите на экранах.